Всем привет! Сегодня с вами Александр Котин. Сегодня среда, и это рубрика «Открытый микрофон». Напоминаю, что свои обзоры я делаю один раз в две недели. И под предыдущим видео обычно есть вопрос, на который я отвечаю. Сегодня там только один вопрос, который я заметил, на который я хочу ответить. Звучит он так. Почему не показываете внутридневную торговлю на биткоине? Там ведь очень сильные движения постоянно. Дело в том, что на биткоине я не замечал каких-либо сигналов, точнее, которые хотелось бы мне отработать. Поэтому я его и не торговал в последнее время и просто за ним наблюдаю. Про него тоже поговорим. Ну, а традиционно начинаем мы с вами с пары евро-доллар. И давайте посмотрим на дневной график. Пока я наблюдаю за этим инструментом с точки зрения того, что это вполне могла быть достаточно сложная волна B. И, возможно, у нас в данный момент идет волна C, которая вполне может быть когда-то закончится. И мы увидим дальнейшее движение по тренду и обновление минимумов, которые были образованы где-то в конце примерно, ну или в середине марта. Однако, если вдруг мы начнем пробивать вот эту вершину, тогда это уже будет походить на смену тенденции. И особенности, если вы обратите внимание на недельный график, вполне может быть, что это один, а вот это все два. И мы увидим какую-то уже третью волну. Поэтому признаки смены тренда, вот в моем понимании, это когда предыдущие коррекционные движения, они будут выбиваться и цена их будет обновлять. Вот тогда я бы говорил о смене тренда. Пока я бы остался при том же мнении, что мы можем дальше снижаться в рамках предыдущего тренда. Но тут достаточно сложное движение, его очень сложно торговать, даже если это внутридневная торговля, хотя разные таймфреймы дают разные возможности. И если мы посмотрим с вами на 4-часовой график, то здесь мы увидим 1, 2, здесь параллельный рынок. Четко это видно, идет удлинение третьей волны, поэтому шортить я бы не стал. И вообще против импульсных волн я не советую заходить, и сам этого не делаю. Британский фунт, вот что меня здесь лично смущает, это то, что в последнем вот этом движении вниз, которое я отмечаю как волна С, там нет пятиволнового импульса. Хотя, ну, скажем так, я не летчик и не волновик в привычном понимании. Я не смотрю внутреннюю структуру движений, потому что мы обращаем внимание на общий фон, на общий паттерн в данных методах, а не на какую-то там внутреннюю структуру. С точки зрения дневного графика это выглядит как ABC-паттерн, и вполне может развиваться какая-то 1, 2 и уже там третья волна. Однако я бы следил за тем, как будет проторговываться вот этот максимум. Ну, вот эти максимумы, которые были образованы в апреле. И если вдруг здесь будет какая-то остановка, то не исключено, что мы можем уйти в какую-то сложную коррекцию. Вот, то есть и все, что было вниз, это будет только ABC, потом может быть, в принципе, волна DE и так далее. Вот, поэтому в данном случае, да, идет движение вверх, и я бы работал в нем внутри дня с откатов непосредственно по тренду, как вот я люблю это делать. Швейцарский франк, на мой взгляд, здесь картина примерно похожая на евро-доллар. Если мы цепанем минимум волны А, ну пока что, естественно, предполагаемой волны А, то вполне возможно, что сложная волна Б, дальше волна С. И после этого 1-2, и мы можем пойти выше. Надо следить за вот этим минимумом и смотреть, как здесь и что здесь будет заканчиваться. Тогда ABC-паттерн приобретет уже завершенный вид при зацепе минимума волны А. И можно будет говорить, скорее всего, о завершении коррекции и дальнейшем движении вверх. Доллар-иена, обратите внимание на то, что происходило на недельном графике. Здесь был импульс, потом была коррекция. Дальше после этого я рассматриваю вот здесь вот коррекционное движение, как получается А, Б и С. И идет развитие какой-то новой волны. 1, 2 и вот где-то мы плюс-минус 3. А потом посмотрим, это у нас будет первая, вторая и это действительно какая-то третья развивается. Либо это будет А, Б и С, это покажет время. В данном случае мы идем по рынку, то есть здесь у нас были сигналы на покупку. Вот тут вот я их не стал брать. Здесь для меня не было подтвержденного сигнала.
я неподтвержденные сигналы не беру. Соответственно, на часовике мы видим 1, 2, 3. В 30-минутном масштабе у нас получается А, Б. И если мы зацепим минимум волны А, вот это мой любимый паттерн для торговли, который я даже шуточно называю паттерн Котина. Ну, как бы очень скромно, да? И отсюда мы можем пойти вверх. Вот я буду наблюдать за этой ситуацией и ждать сигнала на покупку, чтобы забрать какую-то пятую волну, либо войти в новый импульс. На австралийском долларе мы видим 1, 2, 3, 4, 5. Это первая волна. Здесь вот пока это выглядит как дивергенция, но обратите внимание на то, как резко растет АО, и это явно удлинение в третьей волне. Здесь, конечно же, можно было работать по тренду внутри дня, но в настоящий момент импульс не закончен. И вообще, если общую картину брать, я могу своими мыслями поделиться, чем это может быть по итогу. Волной А, Б и С. То есть очень такой неправильной коррекции, потому что в последнем движении там только тройка. Но может быть и иначе. Поэтому при зацепе максимума волны А и формировании какой-то пятиволновки, я думаю, что мы можем снова пойти вниз по тренду. Естественно, и австралийский, и новозеландский доллар — это сырьевые валюты. Пока нефть растет, я думаю, что это оказывает влияние также на рост данных пар. По новозеландцу тоже ничего интересного, очень походит он на австралийский доллар. 1, 2, 3, 4, 5 в первой, ABC паттерн во второй. Соответственно, мы где-то в третьей волне, видите, растет движущая сила, и здесь завершения еще нет. Я думаю, что мы увидим дальнейший рост. Канадский доллар, соответственно, была сложная коррекция. Возможно, это ABC, а возможно, это первая, вторая, и мы находимся в третьей волне. Поскольку относительно недельного графика, видите, у нас не были добиты максимумы, это возможно А, Б, развитие волны С куда-нибудь уже вот сюда. Но я бы сначала последил за пробоем вот этого минимума, потому что это может быть и вот так. То есть неправильная волна Б, первая, соответственно, вторая и так далее. Но об этом рано говорить. Как обычно, это покажет время, пока мы просто следуем за рынком. 1, 2, 3, то есть где-то мы находимся в третьей волне. Это вот на 12 часах хорошо видно, на дневном и так далее. То есть тут пока что, я думаю, у нас будут какие-то дальнейшие продажи, и можно просто следовать за рынком. И с откатов, как говорится, все как я люблю, примерно вот с таких вот сигналов заходить в импульс. Ну, что взял, то взял, и взял я золото. Золото взял в шорт, объясню почему. И тем более не с первого раза я туда зашел, естественно, получил первый раз стоп, потом перезашел. Ну, естественно, я следую правилам своего торгового плана, безо всяких эмоций это делаю абсолютно спокойно. Потому что какие-то промежуточные результаты — это нормальная история. Я имею в виду промежуточные убыточные сделки, и которые заходят там по стопу и так далее. Это нормальная история. То есть вот на золоте, если мы смотрим дневной график, это 1, 2, 3. Предположительно, мы в четвертой волне, это А, это Б, это С. Я думаю, что мы можем в рамках этой волны С, которая сейчас, я думаю, началась, снизиться где-то в район 1662. И отсюда уже смотреть какие-то дальнейшие покупки в пятую волну. Ну, в пятую волну, естественно, пятой волны, потому что вся эта история, то есть весь вот этот хвост этого движения, это и есть пятая волна. Ну и, соответственно, точка входа у меня была с дивергентного бара на двухчасовом графике. Я считаю, что это у нас А, Б и С. А это была волна А большая, Б большая. И я думаю, что мы можем вот в эту С, собственно, большую пойти. Поэтому пока я не вижу здесь точку выхода. Какая-то первая, вторая в новом движении. Вот здесь просто традиционно, как на золоте, это и происходит, произошло удлинение, и меня с первого сигнала выбило, но я нашел второй сигнал и зашел. Зашел в движение, и пока что там нахожусь, стопы буду двигать после того, как обновятся вот эти минимумы. И у меня как раз-таки максимум второй волны, куда я буду передвигать стопы. То есть данные методы, они предполагают то, что у нас есть последовательность действий. И чем они мне и нравятся, то, что эта последовательность действий, она очень четкая. Тут мало таких моментов, где было бы дважды два, не четыре. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Дальше идет серебро. Ну,
Опять же, это не означает, что вы должны ими пользоваться. Я же никого не призываю пользоваться данными методами. Я просто высказываю абсолютно свое мнение. Хотите, пользуйтесь. Вы можете даже прийти на мою бесплатную консультацию, которую можно, кстати, получить. Получить ее можно один раз. И уже на бесплатной консультации я могу сделать для вас план дальнейших действий, то есть познакомиться конкретно с вашей ситуацией и под вашей ситуацией уже сказать, что вам делать, а дальше выбор остается за вами. То есть я работаю по такому принципу, что я никому ничего не впариваю и не делаю каких-то жестких продаж. Ну и как минимум после бесплатной консультации со мной вы поймете, что нужно делать дальше и в каком направлении идти, какой выбор сделать. Выбор всегда я оставляю вам. Я считаю, что это правильно, я считаю, что не нужно ничего человеку навязывать, и он сам примет решение всегда. По серебру что мы видим? 1, 2, 3, то есть мы где-то в третьей волне, примерно в четвертую будем корректироваться, и там уже можно будет посмотреть какие-то точки входа в пятую, потому что коррекции я торговать не советую. S&P, по всей видимости, мы удлиняемся. Я считаю, что до этого у нас была какая-то волна А, возможно, волна B. Когда волна А троечная, то, ну, имеется в виду, состоит из тройки внутри, то волна B ее корректирует куда-то примерно в ее основание, то есть выше 61,8, а тут мы явно уже выше 61,8 по FIBA ушли. Поэтому отсюда вполне возможно, что где-то вот в этих точках приблизительно мы пойдем ниже и обновим со временем вот этот минимум. Ну, естественно, это мои фантазии на тему пока. Пока я советую следовать рынку, и следование рынку, следование тренду – это всегда лучшее, что может быть, опять же, на мой скромный взгляд. Биткоин обновили максимум, как в принципе мы об этом с вами и говорили, что так может произойти. И посмотрите на недельном графике, куда он пришел. То есть он практически строго идет внутри вот этой треугольной коррекции. Обратите на это внимание. Ну, я не пользуюсь классическим анализом, но тем не менее, вот в данной ситуации мы это хорошо видим. Я думаю, что если это волны А, Б, С, Д, то мы еще увидим некую волну Е в район нижней образующей линии вот этого треугольника, который здесь формируется. Поэтому не исключено, что здесь придут какие-то покупки. Здесь уже достаточно такая интересная ситуация. Есть бар с нижним закрытием. Мы можем, конечно, еще раз его обновить, но здесь достаточно сильное закрытие. Поэтому в такой ситуации я такие бары не беру в работу в связи с тем, что здесь большой стоп, широкий стоп. И я смотрю на какой-то первый импульс, то есть 1, 2, 3, 4, там, 5. И вот с коррекцией этого импульса уже буду искать сигналы на продажу, потому что это более безопасный вход с более низким стопом. Нефть марки Brent, здесь идет явное удлинение. На мой взгляд, здесь развивается только волна А. Мы корректируем вот третью волну, можем ее корректировать вплоть до 61,8. На 12 часах хорошо прослеживается ее структура. Первая, вторая, это все третья волна. Именно она здесь и удлиняется. Четвертой, пятой, разумеется, еще не было. Поэтому пока нефть шортить рано, особенно вот 4 часа посмотреть, тут параллельный рынок, и здесь нет никаких признаков остановки, то есть мы идем дальше. О чем мы еще с вами обычно говорим, это фьючерс на доллар. Здесь идет явное удлинение, то есть если мы говорим вот про эту волну, как про волну А, Б, развитие идет волны С, 1, 2, 3, то есть третья удлиняется, я думаю, что мы можем пойти еще ниже. Ну, опять же, на тему, скажем так, моих фантазий, мы можем обновить и вот этот минимум наш в 62 рубля, который был. Поскольку вот это движение вверх могло быть волной B, то есть А, Б, и вот это все развитие некой волны С вполне может быть здесь. Поэтому внимательно, пока я не вижу здесь никаких покупок и укрепления доллара. То, что я вам сказал про этот минимум, это всего лишь мои фантазии на тему, не более того. Я смотрю только на текущий рынок и прогнозов никаких обычно не делаю. Вот. Если какие-то сигналы ищу, я их ищу в моменте здесь сейчас, понимая развитие, понимая инерцию рынка, захожу с каких-то мелких интервалов. Вот. В данном случае тут могли быть только сигналы прорывных фракталов. Я их не торгую обычно.
А еще точки входа с меньших таймфреймов, например, вот такие вот бары на продажу в направлении основной тенденции. Ну, мы видим, что здесь ничего не закончено. И индекс РТС, фьючерс на индекс РТС. Здесь также мы не видим завершения роста с вами. Здесь у нас растет АО, это, вероятно, А, Б и С. Сейчас мы видим, что это очень походит на то, что мы видели с вами на индексе S&P 500. Дин, два, вот третья волна в волне С. Возможно, здесь была какая-то большая А. Сейчас мы идем вверх в рамках некой такой большой B. Я думаю, со временем обновим вот эти минимумы. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях под данным роликом. Переходите также на мой канал, там много интересных видео. Также можете записаться на мою бесплатную консультацию. И мы сделаем с вами план дальнейших действий, что вам необходимо подкорректировать в своей торговле, либо если вы еще не занимаетесь трейдингом, что необходимо сделать для того, чтобы стартовать в трейдинге и сделать это правильно, какие выбрать методы торговли. Ну, естественно, мы будем говорить о том, как это сделать в рамках тех методов, которые я применяю, потому что я считаю, что для того, чтобы быть успешным на рынке, необходимо выбрать какой-то один метод торговли и ему следовать. Обычно я это сравниваю с медициной, то есть если вот, допустим, есть врач-стоматолог, он занимается только зубами, он не занимается проблемами там, болезней ног, например, там, и так далее. А здесь точно так же, то есть если вы хотите быть успешным в трейдинге, вам нужен один метод, иначе, если вы просто пока новичок, вы будете прыгать с одного на другое, а как видите, методик торговли различных достаточно много, и большой проблемой является выбрать что-то одно, потому что вы будете думать, а насколько это правильно или нет. Здесь вопрос лучше поставить по-другому, насколько это правильно конкретно для вас. Вот. Для меня были интересны данные методы, я на них остановился и решил пойти до конца, до тех пор, пока у меня не получится. И у меня начало получаться, в принципе, свои результаты, кривые доходности я показываю на своем канале. Переходите, также подписывайтесь. А я желаю вам успехов в трейдинге, успешных сделок и встретимся через 2 недели. Пока!